Коммунальные предприятия района продолжают плановые работы по замене водопроводных сетей, выбирают самые проблемные участки. Так, специалисты восточного предприятия капитальный ремонт водопровода провели в селе Мосты. На улице Центральной в Мостах достают старую водопроводную трубу. Стенки как фольга, говорят коммунальщики. Взамен приготовили трубу из полиэтилена. Она не боится коррозии. Буквально отсюда в 300 метрах участок трубы находится, который мы ремонтируем на протяжении уже 4 месяцев, практически каждую неделю. Вот, то есть каждую неделю мы выезжаем сюда с экскаватором. Ну и наконец-то свершилось, что нам передали от Искитимского района трубу. И за счет этого мы начали здесь полную вот эту замену. Заменено будет 700 метров сети. Также в ходе работ воды к домам заведут в колодцы. У каждого дома, там где-то возможно, появится свой аварийный кран. Жители сами смогут регулировать свой вод из колодца. Кроме того, удалось одновременно решить еще одну проблему. Здесь периодически не хватало воды, потому что здесь была усеченная водонапорная башня, которая представляла собой просто ствол без накопительного бака. В связи с тем поставили частотный преобразователь, который также был передан из Искитимского районом. В связи с чем проблема с водой в деревне ушла. Капитальный ремонт в Мостах вести непросто. Водопровод залегает рядом с дорогой областного значения. Причем есть очень узкие места. Но коммунальщики справляются. Проезду не препятствуют. Следующая работа предприятие «Восточное» планирует в Калиновке. Там замена почти такого же участка водопровода. Затем на очереди Нижний Каюн.